Остановитесь, пожалуйста. То есть для чего эта гимнастика? Чтобы он был более
накачивал мышцы задних ног, при этом оставался раскрепощенным, и это все приведет к очень хорошему уровню степени сбора. И опять-таки, вот сейчас вы шагаете, используйте это время, чтобы не просто шаг, а повернуть его направо, налево, шейку разработать, чтобы использовать каждую минуту. Before the
Вот так очень хорошо. Вот так. Плавнее, чтобы она не теряла импульса. Ну, последний метр там была не очень четкая, но положение сейчас было лучше. Гораздо лучше, она все продержалась наверху. Хорошо очень. И опять перед мелкой и поднять за темп, кладешь вверх, потом Хорошо. Хорошо. Внимание, в каком уровне мало есть сейчас. Хорошо.
очень хорошее, очень плавное понимание, лошадь прекрасно перекрещивает ноги. И чуть подобрать. Не забывайте, немножко вот не дотягивайте углы. Каждый угол должен быть помощью, чтобы лошадь чуть подобрать, подсократить и согнуть. Но сначала надо добиться хорошо проводимого, собранного, качественного галопа. Хорошо. Где-нибудь посерединке можно поупорить.
Ну, конечно, надо зайти по прямой. Прошу, прошу. И выходим. И не забывайте все время хвалить свою лошадь, все время поглаживать по шее, чтобы лошадь была в позитивном настроении. И на диагонали теперь, полупируэт на диагонали. Ну, как мало. Чуть-чуть плечом внутрь перед пируэтом обязательно. Мы немножко ставим положение четвертинка от плеча внутрь. Лошадь хорошо подводит зад, подсаживается, но в идеале хотелось бы чуть поменьше, что в принципе возможно с этой лошадью, потому что видно, что она правильно работает. То есть, смотрите, мы подходим к пируэту в положении плеча внутрь, поэтому первый крепик у нас очень-очень такой маленький, потому что мы уже немножечко под углом находимся. Так, сейчас полупируэт направо. Можем это сделать? Значит, направо. Вот до этого был такой, ну, чуть больше полупируэта. В принципе, немножечко она так задралась. Хочется, чтобы чуть более округлая шея была. Постановление внутрь, постановление в положении плеча внутрь. И под правой рукой чуть помогаем. Отлично, хорошо. Вот сейчас качество того, как она подсела, и размер был гораздо меньше. Подсела лучше. И сидим сзади, не забываем, глубокая посадка сзади. Хорошо. И под сбор, в корку не забываем. И еще перетираем полупруэт на левый. И левой рукой чуть-чуть подсказать, меньше. Левую руку.